В Ярославле женщина цыганской внешности, придя домой к 80-летнему пенсионеру, совершила грабеж, похитив у него кошелек, в котором находилось 386 тысяч рублей. Пенсионер сразу же обратился в полицию. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска на посту ДПС в Переславском районе была задержана автомашина, в которой находилась подозреваемая. Ранее судимая 39-летняя жительница Нижегородской области. Похищенные денежные средства изъяты. Подозреваемый избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции проверяют ее на причастность к другим подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этой женщины, обращайтесь в полицию. Уважаемые пенсионеры, будьте осторожны. Никакого обмена денег в настоящее время не проводится. Если к вам пришли с таким предложением, не сомневайтесь, это мошенники. Сразу же обращайтесь в полицию.